Всем привет, парни! Пришло время показать вам своего красного малыша. И это ножик Mr. Blade Rexbo. Вот так вот ножик по размерам умещается в ладонь. Как видите, рукоять полностью в размер ладони, чуть меньше 10 сантиметров. Есть вот такая большая удобная клипса, то есть она позволяет ему отлично сидеть на кармане, не сворачиваться, не вылетать. Шпенек, как мы видим, переставляемый для правши и для левши, что хорошо. Вот здесь он не мешает с этой стороны. Есть темлячное отверстие для тонкого паракорда и любителей темлячка. Клин по центру, как видим. В осевом стоят, скорее всего, подшипнички, потому что флип у него подшипниковый. Сейчас. Флип довольно хороший. Ну, сам он под своим весом не складывается. Для маленьких ножей это вполне свойственно, потому что клин не очень тяжелый. Флипует хорошо. В руке удерживается вот так вот, тремя пальцами. Очень надежно и крепко. Есть вот здесь вот такой мини-чойл, что ли. Ну, в общем, местечко, куда, если хочется, можно поставить палец и что-то подстрогать таким вот хватом. Ножик мне очень понравился в целом. Довольно удобный. Прикольно флипует. Выглядит хорошо, интересно. Оп. Чпок. Можно сделать все, что хочется. Я с таким ножом на своей недельной аскезе проходил неделю. Это был у меня ЦРКТ Пилар. Я был очень доволен, потому что реально все маленькие городские задачки, кроме порезки торта, все он делает. Даже, в принципе, колбаску можно нарезать. Вот. Ну, надо приловчиться. Именно этот экземпляр очень хороший, мне нравится. Насечечка такая тут на рукояти делает ее более цепкой, то есть он не вылетает. Но при этом, при всем, в принципе, его можно вертеть как спиннер. Такой вот гаджет занять пальчики. Кто любит маленькие ножи, вполне классная вещица за небольшие деньги. До этого у меня был опыт покупки Black Fox в таком размере на шайбах. Флипа там, конечно, не было вообще. То есть, ну, из-за того, что шайбы и маленький клин там был подзатянут, открывался туговато. Но я его вернул, потому что мне прислали не того цвета. Я заказывал черного. А мне прислали зеленого. Вот. Могу сказать, что этот нож поинтереснее, чем Black Fox. Не знаю, почему тот казался попроще. Вот этот кажется поинтереснее по современнее. Клевый ножик. Кто хочет, берите 2 800, что-то такое.